Всем привет! От нехрен делать решил нарисовать Дельтабин в автокаде полностью в 3D. Вот. Со времен работы на Пейка у меня тут кое-какие сохранились чертежи. Ну и на основе одного из них решил изобразить, попытаться. Вот такой чертежик, это британский бин. Предназначен для какого-то 15-го офиса Бланчардстаун, где-то в Британии. Это основной чертеж. И вот в изометрии так это выглядит. Ну а это детали. Дополнительные чертежи деталей. Карманы, это стыковочные узлы, вебки. И так далее. Ну, собственно, переходим к автокаду. Заодно можно рассмотреть процесс сборки. Итак, на стол привозится сначала bottom plate. Вот так вот эта хренька выглядит. Потом дядя сборщик устанавливает фланши. Не понял. Фланши устанавливаем. Вот, установили. Вот так вот. Затем устанавливает ЛЛС-ки. Затем устанавливает скобы под арматуру. Упс. И укладывает арматуру внутреннюю. И теперь прошло время топа. Все, на первом столе сборка закончена, отправляется на второй стол. Там уже два дяди обваривают все это дело внутри ЛЛС-ы. И ставят так называемые вебки. И на данном биме есть еще такие штучки, которые называются MTX, они их тоже лепят. Затем это дело отправляется на портал, провариваются все швы длинные, продольные, и отправляется на ротатор. На ротаторе сварщик обваривает фланши, ну и если есть дополнительные детали, такие как карманы и остальное, все это тоже приваривается и обваривается. Все, бин готов.
чертеж нарисован в масштабе 1 к 1, то есть одна единица чертежа соответствует 1 мм изделия. Вот. Тут можно также поменять визуализацию отображения, как он вот такой. Можем так. Можем даже вот так. Можем вот так вот реалистично. Вот. Ну и так далее. Вплоть до того, что даже как стеклянный сделаешь, чтобы все было видно. Просвечивался. На этом все. Всем привет.